Всем привет, друзья! Сейчас давайте с вами проедемся по пляжам на Радужном озере. По улице Радужная, кто знает, где это. Это Днепровский район. Вот так вот уже людей загорают, купаются. Еду я на велосипеде, так что может немножко потрушивать. Я сказал. Так и то, что я сказал, я же сам сделал. Сегодня 16 июня. Начало лета. Да, лето, конечно, уже в самом разгаре. Недавно, неделю назад здесь был, вообще было не такое движение. С той стороны так вообще, смотрите. Сейчас проедемся возле домиков. Здесь будет большое количество деревянных домиков, где можно замечательно отдыхать, жарить шашлычки. Это целое застолье, столы ломятся.
у нас играют шашки, с левой стороны играют в теннис. Замечательные уточки. Смотрите, какие маленькие ныры. С левой стороны здесь собачья площадка. Thank you.
Так, все, в принципе, пляжики уже закончились. Сейчас проедемся к остановке. Городской электрички. Здесь, получается, конечная автобусов. И остановка городской электрички. Так, что меня интересует? Наверное, буду заканчивать видео. С пляжиками первое видео зашло. Сейчас заеду еще на пляже. Не на пляже, а на даче. Хочу поснимать там. Как там и что там. Подписываемся на канал, друзья. Всем пока.